аграрии и, прежде всего, растениеводы со всего Уральского федерального округа, значит, съедутся для того, чтобы посмотреть успехи работы наших специалистов, поделиться своим опытом, посмотреть, что нового интересного предлагает машиностроение, производители, поставщики техники, поставщики средств защиты растений, финансовые институты с точки зрения кредитования отрасли. И, конечно же, не остались в стороне у нас еще и федеральные, значит, заведения соответствующего профиля. Я имею в виду Россельхозцентр, те структуры, которые занимаются соответствующим контролем за положением дел в отрасли. И, конечно же, здесь 29 июля, это вот ближайший четверг, на территории Исетского муниципального района будет проходить День Уральского поля 2017, где мы будем демонстрировать наши достижения в селекции, наши агрономы будут презентовать свои сорта, свои предложения и свои идеи с точки зрения развития агропромышленного комплекса. Кроме того, выставка техники и демонстрационные показы техники в работе. Вот такая достаточно насыщенная программа у нас предстоит в ближайший четверг. Кроме такой технической части, конечно же, будет и пленарная, которая будет проходить в стенах администрации Исетского района, где как раз представители субъектов Российской Федерации, мои коллеги с других субъектов, будут информировать полпредства, Минсельхоз России о том, как проведена посевная текущего года, какие есть вопросы, сложности, предложения. Ну и еще один вопрос, который будет рассматриваться, это развитие малых форм хозяйствования.